О, шериф. Пока. А почему я посреди экрана? Нет информации, ребят. Я сюда сяду. А, блин, еще какая-то вебка грузится, сука. Все, нашла ее. Это осталось с коднеймса. Так, опа, новая... Нет, не убивай, Валя! Пожалуйста, я хочу осмотреть новую карту. Нет, не делай этого. Стой. Не смей. Это шутка. Сейчас я тебя закопаю в могилу. Ты меня убить хочешь? Нет, я хочу понять, как этот квест решить. А что ты делаешь? А, розочку просто нужно на могилу уронить. Готово, выполнилось. А у тебя нет задания? Может, тоже ты мав? Мы будем выполнять задание? Конечно. Нам же нужно победить в игре. Что-то пота. Так. А, это что такое лежит? Всем привет. Где? Что, это мертвый чел? А, я подумал, нет, ты порчу вот видел, а порчу-то видят только плохие. Он отдыхает. Нет, нет, я думал это... Джонни, что делаешь? Какие-то зелья смешиваю. Ага, звучит честно. Да. Тогда я буду с тобой ходить. Все же общим. Тебя мартышкой. Опа, Лера не со всеми. Это нахер. Это новая карта. Так. Ну, задание. Короче, если что, можно чили. Тут столько трупов на карте. Интересно, кто-то уже мертв? Да, мага убит. Да, подождите, а что я собираю? Что вообще такое? Вода. Подожди, кто сказал, что собирает? Иди-ка сюда. Отойдите от хабулит. Угу, окей. Ну, она сказала, я что-то собираю, а порчу видят только мафы. А что, будем репортить? Ладно, давайте зарепорчу. Ой, я вижу, кстати. Ну, ситуация, значит, такая. Бежит хэвбуллит и говорит, ой, а чё я собираю? Ну, как бы, собираю только мафы, так что, скажем, ей дружно, ББ. А еще у нас недалеко лежал труп магии, его что-то никто не репортил. Флэкджики убили. Стояли походу, я, она его... На трупе фэвскилла стоял с левининов и не репортил его. И там была еще там еще была хэвбуллит. Я говорю, чё вы не репортили? Прости, хэвбуллит, там в лобби было написано. Лина, у тебя два микрофона. Спасибо, большое резолюшн. Я роль изучаю, а может повторять, я тоже решил роль. В смысле два микрофона? Дин, ты убила Хэвбулит. Хэвбулит умерла. Да, так я... Алло, вы меня слышите? Да, это было до этой ситуации. Я рассказала, что я убила Хэвбулит, потому что она маф. Она была рядом со Фэвскиллом. Ну, она была мафом. Мальчик ей просил поиграть. А кто еще? Кто ой, я случайно в черешинку заголосовала. А как убрать голос? Ребята, а кто вместе с Хэвбуллит стоял? Она не убирается, я случайно. Five skill. А, да? Не, там стоял five skill, Славянин и я. А, ну значит, Славянинов. Славянин... Нет, Славянин сказал, что он типа, ну, похороняет, я ушел. Стал с Хэвбуллит и Славянинов. В итоге Хэвбуллит заебашил five skill'а. А, все, я поняла. А водка живой? Да, да. Ну, прости, Хэвбуллит, там в лобби было написано, дескать... Почему я такая циклопная? Блин, и что делать? А что делать? Что за ктулху? О, боже мой. Там что, ворон активирован или что? Здравствуйте, это Славянина, всем спасибо. Опа. Славянинов ебашит, он вырос, он стал короче... какой-то мразью ебаный, он блядь. Он вороном стал, да? Я не знаю, нет, я он не стал знаю. Какой-то, ну, типа, гуманоид с планеты жопа страшный, блядь, и заебашил кого-то. У меня, короче, все в монстров превращаются, и пробел, типа, подгорел, да, нажал, и там кто-то умер, начали все кричать. Короче, я вообще ничего не понял. А, ну так ты каркуша, наверное. Пока. Значит, ну вот у меня роль называется «Охотник на демонов». А, да? Но там не написано нигде. Не, подожди, он мирный. Короче, уберите демоны, голос, он мирный. Он мирный. Не может быть мирным, блядь. Он заебашил, блядь, кого-то сейчас. Да, так я демон. Он Юлечку заебашил. Который... Я убил демона, была монстра? Который плохой. Ну, возможно. Я не шарю, я не прочитал, что моя роль делает. Не успел. Devil May Cry. Блин. Блин, надо было читать. Но он, скорее всего, нейтрал. Как мирный может ебашить всех? Так может, он демонов убивает? Когда много порчи, все превращаются в монстриков. Блин, и что делать? А как обратно? Охотник на демонов. Он гусь. Бить кого-то каждый раз, как становится порченым. Он был мирным, мирным. Я прочитал, охотник на демонов мирный. Это новая, да, роль у него? Да. Но мы все мы были монстрами, и он нас убивал. И я... Вопрос, а как стать, когда ты монстр, не монстром? Вот тоже интересно. О-о-о. Тихо. А Дина, как ты телепортировалась? Я не телепортировалась.
Юль, что думаешь что по ситуации понимает? Сейчас, которая была? Это только Валюша, что... Да, да, я заметила, что кто-то типа Чикс. А вы друг друга убивать будете? Да, конечно. Так, ну, что водка это? И Юля, видимо, мирные. Подметать ступеньки. О, стоп, не жмите ничего. Окей. Блять. Тебе нужно подождать несколько секунд, по-моему, нет? А, да. Ну все, ну, мне ничего не высветилось. А, наверное, голосование. Ладно, ты давайте увидишь. Зарепортим. Да, там голосование. Там часики возле карты, когда ночь, тогда все монстры. А, ну нахуя вообще, в принципе, это делала, если так было понятно, кого убили. А, ну, Валюшу убили. А кого с нами не было? Пока. Гвинич, это почему? Почему, блять? Я помидор кидался помидорами, блять! Да, ну видимо, ты кого-то убил помидорами. Только ты смог убить. Четвером бегали, да. Сейчас получается. Неловко Гвин вышла. Ни в коем случае, ребят, блять. Если бы мы разделились, помидор. Еще можно было подумать. Ладно, пока, стойте! Нет, не кикайте, пожалуйста, нет, я... Да, блять, да ну что ты делаешь? Я хочу механику проверить. Да у меня чел умер первый, я убил всю карту, блять! Дайте механику прыгать, я не буду вас убивать, клянусь, я хочу вызвать демона, пожалуйста, блять. Пока. Поверьте мне, я добрый, блять, сам по себе. Я верю ему. Гандон ты, водка, блять. Пока, Гвиныч. Пиздец. Да у меня чел, блять, АФК, нахуй, умер, блять. Кто? Мага? Хэвбуллет, блять. Ага. В смысле АФК? Она... Так. У нас нейтрал. Ой-ой. Это значит, ночь наступила. А меня слышно? Кто это? Не пон. Что значит ночь наступила? Видишь глаз справа сверху? Это типа ночь и все монстры ночью. Но мы знаем, что мы мирные, по идее, да? Хотя, подожди, я водки уверена? А зачем нам вот это надо собирать? А я тоже не знаю. Какие штуки собирать? Какая-то хуйня. С глазом это водка? Я с глазиком. А, ты тоже? Блин, а что делать-то? Как нам встать? А, там часы. Все, сейчас рассвет будет, и мы станем нормальными. Блин, а нужно собирать порчу, когда ты глазик? Понятно. А вдруг у нас голубь остался? Сейчас всех обчихает. Ё-моё, пеликан! Ищем демона, блядь. О, фух! Жищак там. Дина, пипец. А как Юля выиграла? Нет, а я как Юля. Выиграла? А ты кто, Юль? Так ты гусь, да. Наверное. Я могильщик, я просто стояла АФК. А я просто зарубила, Там у меня появилась... А кого я съела? Меня. Водку съела. Меня, и я тебя беру, меня. Ко мне бежит кто-то, глазик бежит, я жахаю, и оказывается, я жахаю Анечку, водка вываливается. Здорово, братва. Здорово, привет, Здорово, была роль, Пинг, что здорово. Надо проверять людей, хорошие они или нехорошие. И откат был очень большой, где-то по 50 секунд. Я был святым, я не понял, что я делаю. А ты читал описание? Прочитай сверху. Там на английском, я вообще охуел, типа просто English language, особо это было фрейд. Прочитай, я переведу тебе. Я переведу, я переводчик, давай. А там что-то было incorruption, что-то такое? Я такой, ну что у тебя, иммунитет к... Да, порчи, короче, у тебя иммунитет к порче. Так, охотник на демонов, он мирный. Когда если все что. В масках бегает, это что за фигня? Это ночь, а это как когда я много понимаю. Порчи. Не, это когда много порчек, я понял. Пишу, что и это ночь, Юлечка, нужно дождаться утра. Юлечка и Юлечка, да. Жмауте, пожалуйста. Юля. Извините, я забываю, что здесь надо обязательно жмакать. Регай. Ничего, сейчас во всем разберемся. Ладно, теперь бегать и кричать. Я канадский гусь. Ну, чекпоинт, Чарли. Ну, я не душила. Чат, вы согласны, что я не душила? Хэвбуллет. Да, я звезда. Ладно, ребят, я канадский гусь. Я канадский гусь. Это я канадский гусь, звезда! Не, я без шуток канадский гусь. А у нас нет этих, которые стреляют, если роль знают? Как вызвали? Как вызвали человек? Есть. Как тебе помидором попасть? Опа, Юлечка бежит одна, она маф. Попал. А, слили мид. Так. Бывает. Не мешайте, я достаю воду из колодца. Блин, мне кажется, ты играешь какие-то опять махинатские игры, вот эти всякие.
Я? Вот у меня роль какая-то, я не могу... У нас в токсике, смотри за текстурой, блядь! Да, за текстурой, чел. О, всем привет. Приветик. Дина. Да? А зеленые собирать надо? Вообще? Или лучше не касаться? Неплохой байт, Валюш. Или ты не шутишь? Ребята, Валюша собирает порчу. Порчу надо короче, или не стой, надо? Стой. Валюша собирает грин порчу. Грин злой. Отравляет, долбоёб. Что происходит? Я святоша, нахуй, хуйсос, блядь. Да блин, что? Сука! Надеюсь, не запомнили, что я говорил, что... Блядь, ебаный флэкжикей, блядь! Валюша, действительно лав! А, я зарепортил, блядь. Флэкжикей хуесос, да, блядь! Не, он не, превратился не, в залупу, блядь! Слушайте. Все превратились, можно, это можно раз. Я схожу? Давай. Пожалуйста, даю, вкидываю фулл информацию. Дина была канадским гусем, Гвинглайт ее убила и сама зарепортилась. А Гвин был с магой, поэтому он убил его. Тихо, да, я сказал, Гвин тихо. Славянинов съел магу, Гвин убил. Короче, Гвин железобетона, объясню, почему... У меня роль кипучая, сэй! Да ну не может быть, блядь! Короче, смотри, в чем прикол. Когда ты святой, я не отравляю. Шкала отравления, и из-за того, что я святой, мне это нихуя не дает. Я просто я не отравляю. Я не... А это шкала, ты подбираешь, сука, хуйню. Нету отравителей, долбоёб. Ты порчу собрал. Ты порчу собрал, ты её не видишь, долбоёб. Короче, ладно, я злодей, но я не отравлял тебя, хуесос. Гвин, немножко потише сделаю, ребят. Второй славянинов, помните. Как это? Гвин, вот скажите, Гвин реально злодей такой, знаете? Злодей, блядь, из мультика. Уёбок, сука, механику не знает, нахуй, топит, блядь. Бля, Чима часть, блядь. Тебя задолбили, бро. Да, да тебе он, и надо, механику Гвин. Механику не знает, он бегает, собирает. По делам. Он бегает, собирает порчу, блядь, и потом... А это кто? Так, я хочу понаблюдать за черешенкой. Помните, она же ворон. Кто? А это кто? Я жду, пока она превратится в такую здоровую каркушу и будет всех убивать. Я так понимаю, ей нужно всех обкашлять вороньим кашлем. Что за кашель? Что за ха-ха-ха? А за что? Что за что? Что происходит? Я Гвина вживую видела. И не раз. То, что у нас, возможно, бегают пеликаны, и решила нажать колокольчик, так как у нас в живых не стало Зарка. А Зарк это был моим телохранителем. Водки еще нет. Водки еще нет. Сказали, вот как говорил этот Славянинов. Последнее слово водки было, что Славянинов, это, мне кажется, он сказал, что он съел магу. Сюда. Ну, Славянинов, давай. Я никого не видела, кроме Юли. Я вообще только девушка. У нас за роль есть, которая может встанет, а мне кто-то ударился и не двигалось. Это демоны. Это какие-то демоны, есть инвизный демон, есть обычный демон, блять, я не знаю, что там, прикол какой у них. Стоп, а кто застанил? Аню, как это? А чё Славянинова убрали-то? Пеликан он дальше. Кашель нужен, чтобы пометить цели, видеть на карте. А ворона можно превратиться хоть на старте игры, только таймер запустится. Слушай, а ворона можно только один раз за всю игру превратиться? Или как? Это первый вопрос. И второй вопрос. Сбрасывается ли кашель по окончании раунда? А что вот это такое? Даш, давай честно скажи, ты у нас злая осталась последняя? Ничего не скажу. Ну, может, все-таки скажешь, знаю, потому что ты такая, я не понимаю. А что у меня этот, блядь, порча на... Блин, флэкджики очень быстро разбирается. А, он видит порчу, которую на него накладывает Аня. Вопрос, если она превратится в ворона и не убьет всех... Подожди, у вас есть вот эта шкала слева над ролью заполняется? Слева над ролью. Это у него, видимо, прошло. Ну, у меня святой. Шкала определенно заполнилась, когда я с кем-то рядом стоял. О! Или не о. Нет, не о. Где обязанности? Давай, Ань, превращайся. Ну, прям у меня прям вот этот кружочек с ролью и там есть.
Кого у нас? Давай, давайте четырем ставим, если что, сразу поймем. Можем сразу колокольчик пойти, если что нужно. Веду, где твоя роль, и тебе. Это ворона? Да. Блять, а вот кто, кто. А где ворона? Так, ну, видели, что это не я, короче, кто-то подошел и убил. Не, подожди, это не ворона была. Не-не-не. КДК 20-25. Короче, ну это получается, кто-то убил четвертый, и он в инвиз ушел. Четвертый. Это, короче, либо Юля, либо Даша. Да, ну типа, короче, был килл и... Она не может превратиться, пока все не отравят. Я сейчас очищала картину от пыли в левом самом нижнем дальнем углу. Это, по-моему, было, по-моему, последнее задание. Я не знаю, я никого не видела. Даша реально... Мы Юля тоже не видела. Я просто карту хожу, смотрю. Я хочу, чтобы Аня превратилась. И у нас просто, типа, труп. Бэмс. У нас, не, смотри, там слева сверху у колокольчика был человек, он подошел к нам, убил и в инвиз. Вот так вот произошло. Ну, я думаю, это Даша вот сейчас. Я была в аптеке и потом вниз ушла. Я не знаю. А, это сейчас Додошка выиграет. Не знаю. Победа Додо. Восклицательный знак Додо, чат. Додо всегда побеждает. И в один в жоне. Можно превратиться, когда чихаешь, то показывает на карте, где чел вроде бы. Да, 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 это да. Но вопрос. А, да. Вопрос, можно ли несколько раз? Да, Дода. А я думала, тихонечко проеду. Восклицательный знак Дода. Спасибо большое за 31, спасибо. Джонни. Блин, я за Аню болела. Джонни, за ворона болела. Двоечник, ты не разбираешься в механике, тебя не отравляют, ты ходишь, в ныне собираешь банки, один раз тебя из этого порча наполняется. Я эти банки вижу, я эти банки вижу. Так а зачем ты их-то собираешь, блядь? Я их не собираю, банки эти когда писал, у меня забрал у тебя, Джонни. Нет. А, блин, я эти банки тоже собирала. Я думала, этих что банок это так много собирать. Не пройти. Это типа. Порча, да-да-да, ее не надо собирать. Я тебя не отравлял, типа, от слова, у меня нет такой функции. Хорошо. Чат, а мирным понял. Нужно собирать порчу или нет? Ребята, а мирным нужно собирать порчу или нет? Нет. Короче, смотри, мирные большинство, они не видят порчу, но они, если наступят на нее, то соберут, вот так вот. Они просто. И у тебя шкала заполняется. Мне показалось, или вот эта порча? Она только днем видна. Она спавнится прям под тобой иногда, нет? Она только днем видна, а ночью ее не видно. Нет, днем ее тоже не видно для мирных, бро. Когда мы монстрами были, ее видно. А что будет с мирным, если он соберет порчу? Да. Умрет. Херовым будет. Но наступает ночь, все монстриками становятся, когда порчу много собрали. И никто не видит, кто это, ну, никнеймы. Окей. Не видит, понимаешь? Ну, ночь-то пройдет. Видят только злодеи. Короче, то есть... мне написали, Блин-маркет, что привет. Из мирных нужно только охотнику на демонов собирать порчу. Вот так вот. Ага, окей. Ладно, я стартую. Виндега, здорово. Наберешь помощь в шкалу? О, только выполняя задание можно снять, иначе монстрики днем будут для тебя. То есть ты как бы ослеплен становишься, да? Чат, ну все, я пошла кушать. Ну, вопрос, подожди, но ты же днем не видишь, собираешь ты порчу или нет? Могильщик. Трупики блин, проверяют. Насчет порчи мне пишут, что если ты соберешь много порчи, то у тебя и днем все будут монстриками. Но вопрос, но ты же мирный и не видишь порчу. Как ты тогда поймешь, собрал ты или нет? Непонятно. А ты, скорее всего, у тебя шкала наполняется, не? Там говорили кто-то. Типа, если ты случайно наступишь, ты поймешь по наполнению шкалы. Да. Привет, курочки. Привет, гусечки. Гусенички. На F. У нас голубь есть. Я убил водку случайно, ребят. Убили кого-то, и я кого-то да? еще одному запуярил. А ты шериф? Ну я не шериф, но нет. Крыса мага пошла. Что? Что? Зарк захуярил! Зарк захуярил! Зарк захуярил! Зарк захуярил! Зарк Не знаю, я нажала репорт, потому что... Ребят, как вам, закричал, что Зарк как вам КПД от действия пеликана, чат? Стоп, а Зарк сразу двоих положил? Две тушки лежит, алло, там две тушки, Гири, нахуй! Ну кого ты пиздишь? Там две смысле, тушки, я? Блядь, там это правда. Он там двоих заебашил! Это правда. Да в смысле, ой, в смысле, это нет, вы чё, говорите? А чё ты ржёшь, Зарк? А как он может двоих сразу заебашить? Странно. А может он шериф? А чё он ржёт, блядь?
Да нет, ты не говори, кашель, блядь! У нас, кого-то убил, у нас файв скилл кого-то убил. Ясно, я в Гвина ебашу, это Гвин. Походу не могу, да, голосовать в чела. Двоих, блядь. Да ладно, ребят, Пеликан ест людей. Чего? Еще одна птица Додо. О боже, я надеюсь, блядь, что он не Додо. Боже, да сука, чего мы не подумали про это? Поэтому он довольный. И молчит. А нет. Просто еблан нахуй по жизни. Блин. Да я так перепугалась, когда он начал хихикать, как дурачок. Бля, что это за еблан, я не понимаю. Ну это просто челы стоят на улице, он, видишь, он попрошайничает. Слушайте, а за пеликанами нужно собирать порчу или нет? Нет! Ну капец, блин. Нет, не пугай. Нет! Пожалуйста, нет! Ай, тупик, сука, колодец! Нет! Воу! Ну, страшнее, когда безмолвно за тобой бегут, знаешь? Да? Я думал, тебе будет страшнее, если я буду орать, страшилки. Так, ладно, у меня в левой карте, блядь. Блин, ну можешь кончить не путь на одному? Сори, что не стала дожидаться утра, но в правом верхнем углу трупик have bullet. Ну, как оказалось. А вы сейчас не туда? Да. С кем туда побежали? Да. А я видела have bullet, была с черешенкой, и Дина наверх побежала. Ну, а получается. Нет, вы побежали наверх. А я в другую сторону тогда побежала. Я вообще не поняла, почему все разбегаются. Я пыталась хоть с кем-то бегать. Так Валюша была с Хабулит или. Валюш, откисаешь, Валюш. Валюш, откисаешь. Ну, черешенка и Гвин, значит, красненькая. Валюш, откисаешь, Валюш. Окей, окей, но я могильщик. Когда Гвин сказал, что им налево, я побежала вниз, а вы как раз-таки побежали туда. И Хабулит со мной не было, Валюш. Я налево побежала, а Хабулит, она не было и тебя со мной, Валюша! Я вообще про тебя ничего не говорю! Don't cry at me, please! Гвин, я говорю, черешенка наверх побежала! Чат, я, к сожалению, могу только в пропуск голосовать. Но я уже тебя проголосовал, прости, пожалуйста. Так я... Дело в том, что я не наверх побежала, а вниз, ну ладно. Эх, Валюша, Валюша. Попав. Попав, Валюша. Изи для красных. Мы бы уже закончили бы. Привет, Хайдене. Надо? А. Стоп, надо искать. Вдруг кто-то из них. Нет, не ешь меня! Нет, нет, не ешь меня! Беги, интересно! Помогите, помогите, помогите! Нет! Один, 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 к концу мир! Сука! Столько раз попадаю. Сука! Сука! Блин! Да вы оба были, блин, мафами! Да ну вас! Черт, один бедный пеликашка остался среди двух мафов. Это мои тиммейты. Боже, чат, вы поняли? Они два мафа, блин! А кто такие? Это в рюкзаке ты был у печки, чела убил? Да, да, нет, меня убил. А, ну вот, я говорю, что Дина убил. Так я знаю, нормально? Знаменитостью был просто. А нормально, что я типа, ну, типа пять раз подряд маф? Умники, которые пишут, надо было убивать Гвина. Если вдруг вы не поняли, они оба были мафами. И Аня, и Гвин, если что. Я мстителем был. Мне челы в чате пишут: Дина соло заруинила, надо было Гвина убивать. Они типа не поняли, что и Аня, и Гвин были мафами. Вот тупые. Я агрессивный, токсичный игрок. У тебя нормально по поводу, ничего? Да-да-да, нормально сыграем. Анечке пора бежать, Анечке нужно бежать. Анечка. Да, я предупреждала. Да. Победил и убегаю. Давай. Пока. Ушла на пике, так скажем. Да-да-да, ушла на пике. Ладно, регай. Идемте. На пике точёный. Ну сейчас-то я, шестой раз-то я не буду трейтером. Ну да. Уж надеюсь. О, нормально. Так. Что я делаю? Вызвать порчу. Ритуал на телах. Что я делаю? Непонятно. Так, ладно, мы с девчулями мафиоски. Мафиоски. Короче, это кошмар, я ненавижу эту игру. А, у меня жопа сгорела, что пеликан не может в людей голосовать. Прикинь, мага? У меня прям жопа сгорела с этого. В смысле не может? Ну, только в пропуск. Для меня один. Только в пропуск. Не, ну это сейчас полезное.
Что, ты что, пеликан? Да. Так, я ухожу. Мага-пеликан, мага-пеликан, мага-пеликан. Вера. Так, собираем перчу. Женская мафия, да. Вы поняли? Водка. Не важно, это не важно. Чат, вы поняли, что... Забыла, что хотел спросить. Что делает моя роль? Что я должна делать? Блин, все пачкой ходят. Я приближаю наступление ночи или нет? У меня какой-то ритуал на телах. То есть мне нужно кого-то убить и провести ритуал? Сердце-то колотится, если честно. Мне над трупом нужно, что ли, издеваться? Спасибо большое за ресап, Коля, арматура, спасибо. Так, стоп, а что я могу делать вот здесь? Я что-то сделала? Я не поняла. Славик, 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 Славик заебашил. Славян заебашил, Славик, Sorry, Славик, Славян заебашил. Славян, Славян, Славик, Славик заебашил. Славян, Славян, Славякан, блядь. Прости, Гвин, я не поняла, это кто? Не я, я в нем сидел, он пеликан, он меня сожрал, я в нем сидел, алло, я в нем сидел, он пеликан, он меня съел. Вы его убили, я вылез. Как ты вылез? Если убивать пеликана, я вылазил. Да, если убивать. Я не знаю, в позапрошлой катке было такое. Да, если убить пеликана, то внутренность вылезут наружу. Кто убил, кто мага убил? Мага был пеликан. Его убили, я не знаю, кто его убил, я вылупился с него. Тогда я не знаю. Кто убил Кенни? Я сидел в маге. О, я фотки есть. А Хамбуля с нами была или нет? Ребят, кикните магу, он меня убить хотел. Убейте меня, я хочу какать. Давай. Да блин, Юль, ты постоянно хочешь какать. А, мага умер, нихуя. У вас семейная, Юля? Я не могу уже. Не терпи. Я просто не успела. А кто был пеликаном по итогу, я не поняла. Мага, зачем меня? Кто меня кинул? Славянина Даша делает вид, когда ничего не понимает, значит, да, она поверила и скипнула. Да, блин. Да, кстати, это, кстати, правда, я все скипала. Это я все скипала. Да, блин. Как они так с нулевой раскусили Дашу. Надо в Гвину убрать, слушайте, ребят. Гвин мешает. Надо Гвину убрать. Ага, мирные не видят ников, а я вижу. Дальше это. О. Ой, не надо, блядь, пожалуйста, нахуй, не беги за мной, блядь. Вот это злодей, кто бежит в самый крайний. Самый крайний злодей, ебаный. Таблетки в обед. Справа, тут труп, справа. Тут труп. Справа, тут труп, справа. Я боюсь. Тут труп. Вот этот? Тут труп. Да и чё, и как он тут появился? А чё я не могу репорт нажать? Ну тут был, я зашел, никого не видел. Я первый. А что ты не репортишь, водка? Я испугал. Ой, смотрите, я могла что-то сделать пробелом. Я ничего не знаю. Тут лежит труп, все говорят, что вы не репортите. Да блин, Валюша. Я совсем не бегала, ничего не знаю. Кстати, слышишь, а кто со мной был? Славянинов. Валюша ж к нам в конце подошла, нет? Да. Ну, я с вами зашла, и после этого заорал водка, это труп. Там еще сказали, я, что я Валюша спросил, ты маф? Она говорит, я не знаю. Вот, а что ты мне репортил? Я собирал информацию по... По первому раунду водка пизданул то, что он однорольный. Я знаю, что он не эта роль, он фейканул на первое, чтобы обелиться. Для того, чтобы меня не убили. Это для того, чтобы меня не убили. Нет, а что ты не репал сейчас? Это работает. Это работает всегда. Ты говоришь, что ты канадский гусь или знаменитость, они убивают. Вот Мага сказал, что он канадский гусь, его не убили. Она я думала, что знаменитости канадский гусь это одно. Да, она же пошла справа, кто вам не нравится. Вообще, Юля, иди какай. Я за Валюшу проголосовала. Бля, с удовольствием. Нифига, ты жестко. Эшли. Да блин. Эх вы. Не правы были, правильно? Пойду покакаю. Да ё, еще одна. Валюшка тебя запортила. Я писать захотел. Кликните его. Так, мне нужно собирать порчу, чтобы приблизить наступление ночи. Вопрос, что мне делать с трупом? Охраняю. Что делают эти саботажи?
Я не понимаю. Что-то они делают. Блин. О боже. Ой-ой. А я могу убить ворона? Срочно, чат, могу ли я убить ворона? Срочно. Срочно, супер срочно ответ. Нет? О боже. Алло. Привет, Ванючка, пишет Кубрик. Тихо, он не успеет меня найти. Хорош! Хорош! Сука! Хорош! Пиздец! Хорош, водка! Блядь, такой тайминг, водка. А, ну поэтому он и не голосовал за труп. Он хотел, чтобы все собрались, чтобы всех обкашляли. Водка умом жесткая. Я не знал, что я вообще делаю, просто бегал, пробел, нажимал, потом увидел. А мне дали ворона сначала, а потом меня убили. Да? Сначала я ведь была такой гранилой. Нет, я был ворон. Нет, не был. Ага, а у меня огромная маска высветилась на весь экран, и я не видела вообще, что происходит. Ну, это означало, что я начало атаки ворона. Но он в этот момент как раз был рядом со мной. У него там на убийстве перезарядка. Меня только убивает Даша, я канадский гусь, думаю, сейчас репорт, и ворон на всю ебало. А, да, получается, и он отменяет, видимо, да. Блин, ворон убивает. Нет, когда он активирует ворона. Потому что меня убила Юечка. Ой, пара секунд, тут буквально осталось. В итоге. Я тоже теперь как это закатил, пиздец. Что? Тар-кар! А я Гвиду убила. Я не увидела, Валюша была этим? Я была красная. Да, да. Я, Валюша и Даша были мафами. Так, о, с Гвином, с Лемениновым нормально. Я снова сектант. Ладно, давайте попробуем что-то сделать с трупом. Я канадский гу. Не репорти, пожалуйста, труп сразу. Не репорти сразу труп. Слышишь? Не репортите трупы, пожалуйста, сразу. Я хочу... Слышите? Я хочу какать. Убейте. Убей меня. А ты чё? Блин. Короче, идем мы втроем, три канадских гуся, как-то направо. Из правой части карты Валюша заебашила трех типов, мы все это видели. На самом деле это был Зарк. А Валюша мертва. А Валюша мертва. Откуда четыре трупа? Я впервые прожил больше одного раунда за эти игры, наконец-то. Зарк убил Валюшу. Принято, информация принята. Я видела. Зарк кидал, ну какую Валюшу? Зарк, ты не. Да, ребят, это Юечка 100%. Как ты мог? Я не знаю, я святой, ребят, я святой. Там я было... не мог убить, подумайте. Там было три трупа, Флэкджакея, Байовал и Гвина. И потом Верно. Была Валюша, а Зарк убил и нажал сразу репорт. Я искал кнопку репорта, я стоял, вы видите, с водкой. Потому что... Узнай меня! Это водка и Юечка, если водка меня не оправдывает, мы втроем были. Братишка. Это водка и Юечка, две крысы. Две крысы, кому вы верите, ребят? Кому вы верите? Не-не, водка, ну ты тоже нафигел. Не репортите, пожалуйста, трупы сразу. Просила же. Не, Даша канадский гусь, я канадский гусь. Слушайте, а для кого еще нужны трупы? Для могильщика? А еще для кого? Дима. Водка, это ты подставил Зарка? Что они... Я не подставлял его. А что было? Вот мы были втроем. Я, Даша и Зарк. И Даша говорит, я канадский гусь. И Зарк отвечает, нет, это я канадский гусь. Так. Но я третьим писался, что я канадский ага. гусь. Ну, мы пошли втроем рассказывать всем, что мы три канадских гуся. Приходим от... Очень интересная история. Расскажи еще разок. Ребята, только что нашел труп. Это Лерон крикнула Юечка. Она сейчас, скорее всего, будет как-то аргументировать, почему это именно она. Но мне кажется, что надо по аргументам Зарка убивать Юечку. Не, подождите, я шла слева, получается. Кстати. Я увидела, как в здание снизу забегала Дина. Это, скорее всего, Дина убегала от трупа, потому что она прям в моменте забежала в дом. Вот. Очень интересно, что я тебя нигде не видела, Хэвбуллет. А ты меня видела? Не, подождите, кстати, к нам потом подошла же снизу Лерон, нет? А чё, меня слышно? Лера, что ты молчала? Да. А меня не слышно было, я помидоры стреляла. Помидоры стреляла. Я двигалась до этого.
Так я думала, я тебе отвечаю. А Хэвбуллет говорит, что она меня видела, хотя я ее нигде не видела. Соответственно, так, вот, соответственно, она маф, потому что у мафов рейндж больше. Мне кажется, все мафы живы почему-то. Ладно, я в Дину поставил, но тут не сработали актерские игры. Угу. Куда ты там? Ой, Алера, почему? Что ж такое? Алера реально просто помидоры кидала. Мага, ты кто? А что не закончилось? Стоп. Да что ж такое, это Дин, ты... О боже мой, не... ты ворон, что ли? У нас не закончилось. О боже, я спалила, да, что? Два мафа. Сука, а кто со мной маф в чат? Я все забыла. Алярм. Потому что ты медная, правильно? Я не понимаю, у нас же два. Аски гусь. Спасите, ой, нет! Помогите! Бегает. Сука! А, наигрались, наигрались. 40 секунд живет. Минус один. А я тебе такую историю рассказал в душе. За что? Ой, блин. Эх, сзади спряталась. Бегает, бегает. Блин, этот ворон. Я кричал 4 минуты, то что я канадский гусь, и меня убили только сейчас. Я не верю. Ищи, ищи, она где-то здесь. Давай. О, бля, он не увидел. Вон сверху. О, боже, боже, нет, не найди, давай, словечек, прячься, давай, давай. Хорош, лучший, лучший. Бля. Хорош. У меня мастер пряток, мастер пряток. Меня кикнули, потому что у меня микрофон не работал. А ко мне, короче, прибежал какой-то труп, на глазах умер, и ворон пролетел. Вот рядом со мной. А кто мафия в итоге был? Зарк был мафией? Я... Нет, я Славянинов нет. И... Нет, это я с... И Гвин, и Гвин. Я же говорю. Зарк а это водка бы это был плохой? Да. Да, это я был плохой. Не, подожди, водка. Не того я выбрал. А чё я покакала? Гвину, короче, он должен молиться на мирного, а не на импостера, блядь. Это пиздец. Нет, там вчера что-то случилось, Валюша была живая, а потом, типа, раз и репорт. Я подумала, что... Типа, она мне сказала, что ты просто так кикнула, Зарк. Ну, так тоже верно. Я не могла тебе ответить, я не знаю, почему микрофон слетел. Нет, это смешно было, всё хорошо. Водка стоит мне, рассказывает историю. Я тебе отвечаю, говорю, да похуй, нормально. Надо было тебе съесть дальше. Так, сука, опять я сектант. Что, блин, делает грёбаный сектант? О, Симонез, Саш, спасибо огромное я за рейд. Мага, мы опять с тобой заспавнились. Я верю. Спасибо огромное за рейд. Ку-ку-ку, всем ку-ку-ку-ку-ку. Не-не-не. Все равно тебя ворон убьет, потом пофиг. Ты канадский гусь? Нет, я не канадский гусь. Зарк ковыряет могилы. Спасибо большое за рейд. Что делает сектант? Боже мой, скажите. Дина, Дина, можно тебя проверить? Да, конечно. 20 секунд. Угу, давай. Понятно. Или магу. Я не видела труп, но я его зарепортила. У меня горела кнопка репорта. Ага. А мага говорил, что он снова канадский гусь, Юльчик. Я видел, как Юля подошла. Я видел, как Юля подошла и, ну, то есть какое-то время, пару секунд постояла, и после этого репорт. То есть я не видел, как кровь разлеталась, либо что такое. Нет. А может, она съела его? Смотрите, ну, мага один раз точно может сказать правду. Там может быть профессионал. Можно либо попробовать проголосовать. Это который с расстояния хуярит? Это нет, это которая, типа, ты подходишь и... Смотрите, невидимый труп. Мага говорил, как ты говоришь, помоги через собаку. Можно поверить, можно не поверить. Решать вам. Мага, канадский гусь, это я. Я просто Юлю карандашком бы и все. Ну, карандашком тогда давай. Блин, не летала, возможно, только днем и сколько было. Мага, напиши ВЛС, это я или нет? Юля, ты покакала? Ааа, да, в том раунде, спасибо, Джонни, что убил меня. No problem. А, то есть труп прячется? Офигеть, а что вы пишете? Собаку. А, все, я поняла. Я злодей, потому что... А что, 4 штуки? А я канадский гусь. Так, ну все. Че, я тогда убиваю и провожу ритуал. Кто ты? Не, нет, ты вот это, которая... То есть мы считаем, да, что мага не был канадским гусем. Он был канадским лжецом. Понял, ну убейте меня. А что делают здесь порчи, вот эти вот ритуалы? Что они делают? Хрен пойми. Или они усиливают появление порчи на карте? Бесит, бесит, что непонятно, конечно.
Ноль киллов от меня. Исполняю, ноль киллов. Подождите, а кого убили? Короче, стоит толпой, Гвин говорит, что он шериф, хочет проверить водку. Водка убегает наверх, Гвин за ним стоит. Славнинов, я увидел, я видел, Славнинов убил. Славнинов. Вот, да, все, это флажки. Подожди, а водка умер? Нет, ты не пизди. Стоял. Вообще, стоял Зарк, флэджике мимо просто пробегает, и Зарк оттуда... Это, не, Славянин, я видел, я, короче, я за комнату встал, я видел, как кровь разлетелась, это Славянинов убил. Хуйня в том, что я в ебаной маске, я не вижу никто, есть кто вообще, блядь. Я в этих каких-то, блядь, костюмах бегаю. Ошалеть. Посмотри, как они все моментально поверили тебе, Джонни, блядь. Они докинули. Потому что я так и, было, потому что я за этот законный устал увидел. Как только не было? Бежали сразу. А почему ты не репортил? А что ты ржешь, Тим? Потому что я спрятался и посмотрел. Блять, ну короче, луз, я понял. Спрятался. Блин, а если он Додо? Я его захуярил. Я сейчас за Додо убил. Не надо. Я сейчас. Тут дуэлянты есть. Тут есть Додо дуэлянты. А, ну, норм. Блин, мне кажется, предположение по поводу Додо чаще всего высказывают... О, здесь колокольчик, да? Чаще всего высказывают мафы. Потому что они знают, что человек не является... Подожди, мне показалось ли, в флэкджике сейчас собрал специально бутылочку? Может быть, он охотник на демонов? А когда я ритуал смогу провести? Ой. А, днем. Короче, мы с Юлей пересеклись, и она сказала, где-то была Юечка. После этого мы прошли, и... Это не я Хэвбуллет убила. И она сказала, вот этот чел был с ней. Нет, это Дина убила. Короче, там прикол в том, что там сверху два трупа, а оттуда Юля выходила. И вот снизу лежал труп. Я рядом с трупом стоял и ждал людей. Откуда Юля выходила, я проверила, там ничего не было. Мы зашли, там два трупа лежит, я только что... Погоди, а почему это Дина убила? Никто не говорил, что ты убил один. Ты сейчас сказал, это Дина убила. Я Юлю сказал. Ты сказал, Дина убила. Да, он сказал, Дина убила. Я Юлю имел в виду, которая на меня вкинула. Сэм, мне кажется, мы зря Славянинова выгнали, и это на самом деле флэкджикей. Мне кажется, это флэкджикей. Это Юля. Блин, Юля, это ты? Юль, почему ты молчишь? О боже, она пеликан. Как же он воспринял? ГГ. Ах ты сука! Как же легко. Ах ты, блин! Хорош, Женя. Юля, что ты молчала? Мне мут кидали два раунда подряд. Это я кидала. Юля, было слышно, музыку слышно? Подожди, вопрос, а почему я умер, если Хэвбуллет была трейтером? Так, понятно. Ты был шерифом, и ты мирно убил меня, не? Я же мирная была, ты меня убил, и мы вместе... А, блядь, я вас перепутал, пиздец! Гусь, посидишь. Блядь, я все это время гонялась за Хэвбуллет, думала, что она моя цель. Она была... А я ее съела, пока... Юля, тебе было слышно музыку? Я просто... Конечно, Дэнзе Куроро! Я чего съела? Я как-то захуярила с телефона мне музыку. Я охуела. Пожалуйста, а как? Я не понимаю, как эти маски служат, ебучие, блядь. Не знаю. Маски никак. Бля, если я тут есть. А я был вечно в маске ебаной. А, да. Я вечно в маске был. А, наверное, ты наступал на порчу. Просто... О боже мой! Бля, это кто? Юлька. Сука, кто это сделал? Это Юлечка. Это Юлечка. Блин, это я Юлечка. Очень сильно перепугалась сейчас. Я тоже с мафой был. Я привык уже. Ты что-то там базарил, но мне... Так, нормально. Невидимка. Блин, ну Джонни очень красиво сделал. Он еще оговорился. А кому вы минус реп ставите? Где я это слышу? В Дискорде все замьючены. Блин, Джонни, ты очень красиво сделал. Ты еще типа оговорился, Дину, я сказал Юле. Блин, просто офигенно. Не знаю, это лучший отыгрыш за Додо был, если честно. Спасибо. Да. Давно не играл. Да.
Хорош, хорош. Что делать святой, забыл? Кто-нибудь напомните? Блин, что делать святой, что-то я не помню. Так у тебя написано. Да, у него иммунитет к этой, к приколу. А, охуеть. Короче, это либо Дина, либо FlatGK сейчас. Так, ну славян даже не понял то, что он... Это Славянинов. Это Славянинов. Я подхожу к ним, спрашиваю, что делает святой. Спрашиваю про роль. Да, и потом, происходит труп, и Славянинов сразу репортят. Ребят, послушайте, есть очень важная инфа. Короче, это либо FlatGK, либо Дина. Нет, это точно Славянинов. Они были вдвоём рядом со мной. Я ушел от нее, и Гьючка побежал в ее сторону. Репортнули в итоге Зарка, но и Бейова умертвая. То есть Гьючка все... Это либо FlatGK, либо Дина. Если что, я сейчас прохожу мимо. Если канадский гусь живой, то скажи... Зар говорил, что... Сказать, крысы. Да, говори, Дашуль. Мага просто отводит меня и такой говорит, есть важная инфа, подойди сюда. Я говорю, да пошел ты нахуй. После этого он меня подкидывает. Ладно, Юшка, свалилась, короче, уходишь. Короче, нет, это Славянинов. Славянинов, он канадского замочил. Если канадский будет живой, скажите, скажите. Я быстренько скажу, когда мага живет дольше одного раунда, он маф. Нееет! Согласна, пошел мага, я в тебя проголосовала. Что, вкидываешь у меня? Да не, он дуда может. Опять гусь. Запомните мои слова, это Мага, FlatGK, точно либо Дина. Да вы издеваетесь! А, мы не кикнули. Да вы издеваетесь! Это Славянинов. Это 100% Славянинов. Боже, он канадского мочканул! Надо Славянинова кикать. Все, второй маф. Надо Славянинова кикать, он канадского мочканул. Да, и Магу карандашик. Да-да-да. Он потом в конце говорит, я канадский гусь, он, мне кажется, спиздил. А да, он каждый раз так делает. О, Славянинов сейчас что-то выкинет. Не ходил сюда, Дина. Валюша, осторожно, он маф. Короче, пофиг, я пойду на колокол нажимать. Пугайте меня, я мэф босс. Спасибо большое, Уминока, за ресап. Где колокол? Дина, Юшка, это твоя буля, походу, шериф. Я на колокол хочу нажать, чтобы Славянинова мочкануть. В смысле, кикнуть. Есть важный инфо! Блять, задание не буду сделать. Чё? А как я зарепортила? А кого я репортила? Чё случилось? Валюша была канадским гусем. Короче! Ты с кем стояла? Я не знаю. Что происходит? Ничего не делаю. Кто там был снизу? А, он профессионал, наверное. Кто стоял? Славянинов, ты и кто ещё? Водка, по-моему. Неправда. Да. Нет. Водка то! Мы с водкой были. Нет. Водка с кавбули стояли сверху. Кто маг убил? Я уже понял. Я стоял с ключевой, да. С чего ты взял, что я там стоял? Все, ты не увидел. Блять, потому что мы призраки. Валюша, это не я, кстати, убила. Мы были призраки. Да, что мы там стоим? Мы изначально троем стояли. Я боялась нажать, чтобы не убить своего. Ты не видел нас? Я видел перед тем, как превратиться, я видел, кто стоял. Юлечка, ты. Там не было. Боже, да Славянинов маф. Почему он вообще еще не выкинул? Я не могла колокольчик найти, чтобы. Объясните, что случилось, я ничего не Юечка, понимаю. Юечка, ты в кого да, Славянинов маф, боже мой. Я Славянинова. Юечка, да что? Славянинов маф. Как я до этого мог зарепортить, если ты так не поняла, что зарепортил? Ты, Додо, Хабулит, проверь, пожалуйста. Короче, FlatGK и Дина, 100%. Славянинов, пока. Я за тебя. Кстати, магу еще убили. А как получилось так, что я проголосовала, я ничего не понимаю? А ты канадский. Так, Дашуля опять ничего не понимает. Ребята, напомните, пожалуйста, сколько киллов сделала? О боже, за мной бегает Хабулет. Подождите, а как я могла кого-то убить? За мной бегает Хабулет. Кони, богатый, рискай. Помните, мага сообщил, что Хабулет? Там нет прохода. Дина, объясни мне, как я могла кого-то убить, если у меня нету даже кнопки такой, вообще ничего абсолютно. Я хороший. В смысле? Ты уверена, что ты хорошая, Дашуль? Ну да, 100%. Я ничего не понимаю. Маф, ты что? FlatGK выплыл всю работу.
Блять. Лучше Джонни. Охуенно, блять. Тяжело было, я все нервы потратил. Бедный славянином. А почему? Фак Джеки, я не раньше нажал. Как ты не сразу? Ты просто ничего не сделала. Не, ну я... А ты нажал, чтобы меня убить. Ребята, я на голосовании работала, согласитесь. Все маска, говорю, давай на счет три. Раз, два, три. Я была мозгом этой операции, я был руками. Поэтому я решил этого не делать. Я слышу, что надо. Ты что, меня кинуть и просто молча уйти? Не-не-не. Мага, кто тебя убил? Настолько... Я получше был с Диной там снизу. Я могу просто как книгу читаю, открытую. Да, если мага живет точно одного раунда, реально он был. Ну, это так и есть. Ну, это ж прочитано. Джонни, у меня что-то медленная реакция была в этой партии, и я дважды не успела в четверке убить. Но я зато вносила импакт на голосовании. Гнала на... Играя к ним, мне зашивать надо было. Так порчу не видит, они не видят порчу. Подрывник. О, давно не было подрывника, это Рафлан. Скриньте, сейчас будет Рафлан. Тем более все любят кучковаться. Готовы к Рафлану, чат? Хэбулит, хэбулит. Настя, кого-то хотела проверить тогда? Ну, в принципе, можешь не отвечать. Рассказывай такие истории. Кого-то хотела проверить тогда? Он ждет время и убивает. Я? Да-да-да. На шерифе. Ты вроде как бежал за нами как раз? Гвин, я канадский. Саша, что ты меня съела? Да, я... Я тебя скушала. В толпу, в толпу у них. Я говорю, я начну... Сейчас ворон нас обкашляет и гг. Тебя не слышно. Так я же не разговариваю. Где-то Сарк умер. Хоть где-то он заменит. Интересно, кому и бомба дала? Нет, Юля, вдруг своим. Смотрю, бегает Зарка, Юля за ним просто с угла... подворотне, так сказать. Джуд, скажи, что ты что? Я успел его убить, да. Я просто... Стоял, да? Не, я просто захожу, знаете, здание, и ты, типа, сначала не видишь, что внутри находится. Я, короче, захожу, и водка в этот момент убивает Зарк, получается. Он такой, Юлёк. Боёво, боёво, ты знаешь, что Зарк вуканадским гусём, боёво? Нет, я не знаю, ну водка... А вот эта знаменитость попалась просто на уловку жесткую, да убить ее. Погоди, а не может быть такое, что она могла? Да убей, да убей. Нет, она не может быть такое. Она успела бы сделать задание? Окей, а почему ты ее защищаешь? Она слишком быстро сдалась, она слишком быстро сдалась. А почему ты ее защищаешь? Потому что она слишком быстро сдалась, но ее бы больше... Она не сдалась, она себя окрасняла, но вы даже ее не слушаете. Сейчас, Фокс-Окей, вообще-то, если бы... Да блин! Ну, ты имеешь в виду Дода, правильно? Да. Ну, как Дода и Сезар знаменитость? Ты тоже трейдер, бро. Убираю двоих по очереди. Изи, бро. Так. Ладно, у кого бомба-то? У меня только бомбочки. Валюша, Валюша. Что значит знаменитость, да? Нет, я серьезно спрашиваю. Я инквизитор, я проверю. Знаменитость, это когда справа табло вылезает. Видно, что кто-то убил. Давай, я водку храню. Я инквизитор, ждем. Если мы... Это что, сука, блин? Мага живет дольше одного раунда, нужно убирать магу. Все логично. Еще самое главное, так быстро топить хочет, поэтому... Не-не, мага. Блин, Флэк Джеки и Додос? Это, кстати, факт. Не, братишка, аргумент тоже хороший. Секунду, объясни. Это, кстати, факт. Юль, какая твоя была? Какой ты мавс? Она трейдер. Флэк Джеки тоже не понял, что убили знаменитость. Она думает, что... Он, точнее, думает, что... Нет, она отыграла Додо. Я видел, что знаменитость умерла. Джонни, братишка, так Додо нужно убить своего дуэлянта, чтобы его кикнули. Пока. Я в Джонни. Мне кажется, мага живет дольше одного раунда. Не. Джонни, ну ты ладно. Правильно, надо магу. Джонни как Додо себя ведет, если честно. Это не так работает. Ты не читаешь его, как я. Я прочитал по тебе. Бля, ты на стриме, что ли, водка? Тидя. Джонни, надо Додо дуэлянта убить своего, чтобы его надо было кикать. А так это не работает. Короче, он трейдер. Да за него тоже не докинули. Может, он Додо, блядь? Мне кажется, что Джонни Додо чат, поэтому я не стала в него вкладывать. Да, я Додо, блин. Да мага! Чё, у кого бомба-то? Почему никто не рванул? Я не понимаю. Чё за фигня? Блин, Гвин на мафии молчаливый. Мне кажется, Джонни Додо. Он как-то себя очень подозрительно ведет. А вдруг он на мафии отыгрывает Додо, просто 5-head move? Охраняй водку, кортеж для водки срочный. Это мои друзья, это дай им послушать. Подписчики. Все за мной, все за мной. Кто сзади Гвин убил?
Рожками, с рожками, циклоп, с рожками, а кто это? Короче, наша вся банда подписчиков бежали за водкой, а сзади Гвин кто притаился, я не понял, кого он так убил. А, Юечку сзади вальнул просто, тихаря. Какой-то циклоп я, короче, с рожками убил, сам, а кто я это? Я сам впереди бежал. Я ты самый последний бежал. Гвин, самый первый бежал мага. Он точно сейчас не мог сделать, типа... Я бежал уже. Вы можете ответить, какого хрена мои бомбы не работают? Ребят, признайтесь, кто единорог с рожками? Кто, 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 да, одноглазые с рожками. Какие нахуй единороги с рожками, блядь, что вы несете, блядь? Сидят, сука, я вам рассказывают, блядь. Второе наблюдение, могу вам сказать, второе наблюдение. Когда Дина много молчит, она трейтер. Хорошее наблюдение. Ты уже на стриме у Дины, чего? Я на всех стримах, братишка, читаю. Просто скажите, мага, и кто еще меня кинул? Я кидала. Хорош, валюса, мирно я разобрал. Людей с бомбами убивают раньше. Ты уходишь. Можно сказать, кстати, что я в муте была. Кто это? Так, я в муте была. Что за фигня? Ой, Дина, не я. Урка. Так, кто из вас мага? Подойди. Кто? А как ты видишь? А я кто? Ты капец, просто это, убрали одного сказал, за другим моих мужиков, Дина, моих соплеменников. Я тоже думаю, смотри, водка, боевого была трейтером за его знаменитостью, то есть вы же... Не мог ты себя бать, он трейтер. Дина был, молчит, и... ее замутили. Алло, алло, Дина? Нет. Алло, 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 меня слышно? А, да. Ну ты алло. Этот, плохой человек. Он, я шериф, пускали. Я проверю Дину. Не надо, подожди. Стоп, с рожками одноглазые, это кто? А, вас два, нихуя. Убей, убей, убей. А что с Лэджикеем по итогу у нас? Он трейдер. А, Динамаф, 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 я проверю. А, Динамаф, у вас бомба! Чё, мы долго бегать в масках будем? Ой, Дин, ну ты умираешь, извини. А, спасите, спасите! Дина взорвалась за бомбой. Бля, какой у нас? Боже, ребят, ребят, а что за, простите, что за хуйня? Я закладываю, сука, гребаные свои бомбы, и ни одна не работает, потому что вы убиваете тех, кому я их подсунула. Не ругайтесь, мама. Просто один вышел, второй вышел, я в итоге на собственной бомбе взорвалась. Просто мокрые бандиты какие-то, я не знаю, из один дома. А я убила сразу же знаменитость. Как стакнулась. Боже, у нас просто сквад мокрых бандитов. Перед смертью. Просто эти убийцы лохи какие-то мы все были. Бля. Я съедаю хэвбули, там вылезает славянинов, мага. Да, да. Мне кажется, или гуси. Гуси еще ни разу не выиграли. Выигрывали нейтралы? Было, да. Нет, гуси выигрывали, гуси выигрывали. Один раз Юля выиграла соль. Мне кажется, карта дисбаланс. А я вообще не поняла, что это, я фука стоял. Что-то как-то вот это много с бомбой, разных. С бомбой это легче всего. Ребята, задоджить. С бомбой это какое-то ГГ, понимаете? Я два раза закладывала бомбы, и, видимо, мафы убивали тех, кому я подложила бомбу. То есть бомба вообще не активировалась, только в последнем раунде. А кто от бомбы умер? Я сама! Дина. Да, а, как бомба перекинула, она у меня... На Е, на Е. Она у меня тикала, я просто в кого-то прошла, и потом что-то взорвался. Там сидела Дина. В меня. Я услышала. Все это победное. Если зарепортить, ничего не будет. Бомба все равно проявится после репорта. Так, а я могу превратиться, да? У меня что-то жопа сгорела прошло. Ну, было смешно, но все-таки жопа сгорела. Стоп, кого я сейчас обматерила? Кого я обкаркала? Валюшу? А чё ты здесь прячешься? Мага? Алло? Слушайте, а мои каркани сохраняются? Так, короче, мы со Славнином шли, нашли труп в центре у колокольчика. Мне кажется, Славнинов хотел нажать на колокольчик, но ему не дали это. Ребят, можно объяснить, ребят, можно объяснить ситуацию. Я шериф, на меня боевал, выебывалась, я решил ее пиздануть, ну просто так, но оказалось то, что она реально трейтер.
Юська трейдер, еще раз повторяю. Я же умру, если я уже убью того. Дина, Дина. Вот, я выжил, я выжил. И шериф может нейтральных убивать или только импостеров? Нейтральных тоже, может, насколько я помню. Нейтральных тоже, да. Вот и все, Юля, вот и все! Кто сказал то, что я хуйло? Просто когда Джонни говорит, что он с кем-то идет, это значит, что Джонни трейдер, блядь, с кем-то. А Славянинов шоу, я с трейдером с ним? Нет, ребята, еще раз повторяю, что Юська трейдера. Почему? Джонни трейдер стопроцентный. Не надо, пожалуйста, Гвин, Никита, я тебя прошу, блин. Карка, нет, Порше подает только если задание выполнять. Кстати, в Фуджикете ее там слева Гвин стоял уже. А мне нужно всех испортить, прежде чем я обращусь. Слева в комнате. Юречка, Дода. Какой комнате? Мага. Я помидоры делал, пиздобол. Мага, а что ты стоял в правом нижнем углу? В том задании, да. Потому что я за Юечкой наблюдал, на порчу собирала. Откуда ты знаешь, как я могу собирать порчу? Братишка, жесткая игра была. Сейчас же день. Чат, вы запомнили, кого я обкашляла? Валюшу и Файв Скилла, да? Мага, я справлюсь. Мирный. Я не понимаю, нужно мне обкашливать или нет. Валюша обкашленная. И как понять, кто-кто? В смысле? Ночью? Никак. О, Дина, это я. Ночью никак не поймешь. А как он мог видеть, что она собирает? Может быть, по его мнению, она двигалась как-то странно? Или стоп! Или он сам видит, и тогда он знает, что она собирает? Ну да, он говорит типа то, что он видел. А, ну так получается мага-маф. Убегаем оттуда. Дина, это ты? Там, нет, это не стой, я. Стой, не репортите, наверное, стойте. А что ты делаешь с ним? Я нажал shift, как мне понять теперь роль ее? Могильщик, первый раз просто могильщик. Я думаю, что на голосовании ты поймешь. Вроде на голосовании будет написано. Хорошо, давай. Лучше ночью превращаться. А, да, короче, все. Я могильщик, Юлечка была Додо, заебашил ее мага, все просто. Так, кого я обкашляла, чат? Валюшу, не будем выкидывать магу. Блин, чат, вы записывали? Мага живет всю игру впервые. Ее мага забрался. Ее мага, дуэлянт. Ее мага примерно. Стоп, подожди, он Дашу убил или кого? Он дуэлянт, да. Да, да, да. А, ты думаешь, Додо? Кто дуэлянт, Додо? А есть кто-то? Ну, ты же сказал, что ты могильщик, и ты сказал, что Даша Додо. Да, Даша птица Додо. А есть дуэлянт, если мага ее захерачит? Значит, мага... да, значит, мага есть, вторая, да, додошка. Значит, мага сейчас додо. Да. Да, поэтому он живет магу в своем мире. Ребята, вы это верите? Да. Я синхуй, да, братан, я тебя убью, но. Не, я магу не буду, я боюсь, что он додо, реально. Слушай, заебашьте магу, я проверю его труп. Давай, братан. Давай, за хуй. Кто трейтер, кто пошли за руку, я не буду. А он не трейтер, он шерифом. Я не скажу, кто его заебашил. А Ворон может каркать на тех, на кого уже накаркал? Ну убил я Юечку, но я не додо. Я чупапи. А кто-то? А я, блин, сама, в смысле, мне нужно будет нажать, чтобы превратиться, или это автоматом будет? Что? Откуда он? А это урок, ну, это хуйня демоническая. Подожди, а как это случилось вообще, то, что труп изначально валяется? Мы шли. Подождите, стойте. Гвин, чё ты сказал в конце? Ты трейтер у нас. Почему? Ну а чё, кое-что произошло, и ты не поняла, что произошло? Чат, я тоже. Я просто не в игре была вообще, когда ты мне сказал не убивай, я после этого развернулась, сказала, чё? Да не, ну это Лерон, потому что, ну, убили стримера. Нет, я же тебя спросила, типа, как она успела что-то сделать, я даже с места сдвинуться. Как я вообще могла бы, да, так в этом-то и прикол. Короче, это Лерон в ФЖК, запомните мои слова. Ты так говоришь, как будто завещание оставляешь. Блин, иногда говорит, я не знаю, верить или не верить. Ну смотри, Гвин, когда мирный, он много разговаривает. Ну то есть теории строит и т.д. Так я даже пройти не успела, вот уже труп, и он в меня вкидывает. Это Лерон и FGK, она не выдержала, что убили стримера. Хорошо, Гвин. Блин, проголосовать не успела. А, я могу посмотреть на карте, сколько обкашено? Можешь здесь сколько угодно, Гвин. О, в нее даже не докинули, она точно трейтер. Запомните. То есть я могу нажать сейчас Ctrl? Опа! Все, пиздец. Вот мы стоим втроем, вот туда посмотрим. Ты еблан, ты подобрал только что, блядь, проклятие, блядь. Просто, блядь. Какое проклятие подобрал? Ты в наглость, ты сейчас подобрал проклятие, двоечник. Какое? Блин, а можно на колокольчик нажать? Какое проклятие, блядь, ты мне объясни, что оно делает? Ну, блядь, он только что в наглую подобрал проклятие, блядь, банку. Если проклятие подбирают, это ворона, типа?
Ну нет, это, блядь, это трейтер, ну... Я магу поймал, ребят. А у меня заполняется мой вороний кружочек, да? Сука, я ни хрена не понимаю! Убили! Кто убил? Кто убил? Кто убил? Не трогайте, не трогайте. Я, наверное, убил. Подожди. Кто серый маг? Короче, там стояла Дина и кто? Валюша, по-моему. Я стоял в самом низу. Это может быть Хитман? Может быть, он Хитман? А я сказала, кто-то прибежал и начал мочить. Чё, погоди, чё, говоришь, а может быть это Хитман, потому что на труп никто не тэпался. Ну, не тэпался, не было анимации, как-то вообще ничего, просто он отвалился. Это может быть Эспер или Хитман? А он рядом с кем-то стоял рядом, он с кем-то рядом стоял. Ну, ребят, Гвин говорил правду, раз его убили, значит, он задел кого-то, действительно. Он завещал Лерону за Джекея. Джекея говорил Лерону. А теперь подумай, не было бы логично подставить нас, типа, и хуйнуть просто сейчас Гвина на глазах, когда я снизу стоял? А нахуя думать? Ребята, я думала, что... Я снизу тебя стоял, Зарк! Ребята, смотрите, Лерон и Флэй Джекея заодно, как было с Флэй Джекеем, когда мы с ним были оба мафами. Короче, я понял. Я думаю, что кто-то из них Хитман. Гвину надо верить. Не-не-не. Да, я верю Гвину. Я ему полностью верю. Давай. Короче, Флэй Джекея ебашу. Дина кого? Бля, подожди, Зарк, ты во Флэй Джекея поставил, Зарк? Ты надо просто в одного, братан. Зарк. Да как тогда во Флэй Джекея, значит, все. Включи. Тогда во Флэй Джекея. Гвин расследовал, Гвин точно был мирным. Он был мирным могильщиком. Блядь, не, просто в аху, блядь. Ну, Зарк просто не хочет мозги включать. Мне нравится, как все молчат, когда кого-то... Только бы не Дода, только бы не Дода. Так, ну он не был... О боже. Как я убиваю. Ни хрена себе. Охренеть. Ха! Ноль балансы. Ворона слишком МБА. That's too easy. Почему? От этой вороны вообще не убежать, не успеваешь. Почему вы меня, блядь, не послушали? Я все вам разложил. Я послушал, братан. Так я тоже послушал. Я тоже послушал. У меня тушишь, блядь, и что? Нет, понятное дело, почему буду слушать. Здесь понятно было, блядь, что вы, блядь, пикник. Ворона то была. Лерон спалилась, что не увидела знаменитость. Я тебе говорю, я в этот момент свернулась, разворачиваюсь, ты говоришь, ну все понятно. Я даже не успела, типа, сдвинуться с места, я же АФК стояла. Гвин, я тоже не увидел ничего. Ты меня так быстро убила вначале. Ты мне не сказал насчет того, что я не увидел. Да, как так быстро убила? Трейтер был. Я только заспавнил сразу. Нет, ты не сказал, что я трейтер, ты изначально просто меня гонишь. Это я убила. А потом говоришь, типа, о, я прав был. И потом мы стоим внизу с Флэкджекеем, просто мы... Ну какие 100%? Мы стоим с Флэкджекеем, подходит кто-то сверху, тебя убивает, а мы стоим с ним в одном просто, ну, друг с другом. Да он Эспер был, блядь, не было анимации убийства. Ну а никто не сказал, никто не сказал, что Эспер убил. Никто ничего не сказал. Я говорила про, что либо Хитман, либо Эспер. Дина говорила. Да. Ты-то, понятное дело, потому что ты злая, Дина, тебе... Привет, Кир. Кстати, а вам не кажется, что в следующий раз надо как-то нейтралки уменьшить? Потому что тут не нейтралка. А, давайте я уберу одного нейтрала. Да, а то убираю. Очень трудно. Играть. Ребят, а как, Ворон, как в самом начале раунда Ворон, умер Славянинов? Ворон какая-то слишком имба ебанутая. Если он выживает, это, ну, пиздец. Ребят, как в самом начале раунда умер Славянинов? Это, кстати, без понятия. Это я убила. Это как я... Юля лучше спросить? А кто ты была? Как Юля лучше спросить? Охотник на демонов. Как Юля лучше спросите? Спросите, как Юля умерла вначале. А, я прям с тобой. Как лошара, блин. Спросите. Да, ты прям рядом. Да я тебя хотела наебашить. Но ты быстрее меня пробил. Да надо было наебашить, этот придурок бежит за мной. Да, я стартую. Ты кто и убивает меня. Ой, я сама, кстати, обратилась. Я не знаю, что с этим делать. Я сама обратилась, и оно началось просто. Блин, мне кажется, сейчас меня либо кикнут сразу, либо жахнут, правда. Славянинов. Подожди, она была охотник на демонов, а у тебя типа порча была полная? Или как? Вопрос узнаем в следующий раз. Сука. Мага-гандон, блядь. Короче, не знаю, там какой-то розовый трупик валялся. Я бежала, просто труп валялся, никого не видела. Не знала, что делать.
Главное, не верьте слухам. Я добрый. Накаркала. Мага убил, мага убил. Вы можете подумать, что это я, но это не я. Это не я и что. А как тогда? Голосуем в магу. Я его жестко захуярил, было честно. Зарк за мной бежал, и это был... Да не верьте слухам. Ну ладно, ребят, ну что поделать? В магу голосуем. Короче, пошел он нахуй. Мага, твои последние слова. Что, стрим нормальных ролей, что? Не, фейкует, братуха. Фейкуй, фейкуй. Минус пеликан, минус бур. Последние слова, мага, ну скажи хоть что-то. Все, я не... Блять, Зарк, выйди со стрима, выблядок, ты заебал меня. Лучше не ходить не на мапы. На какого стрима? В морге там трупы можно убрать. Да, серьезно? Вот там мгновенно карма, мага. Блин, мне снова выпал ворон, и меня убили, Сэдж. Как они так читают, все, ну... Так ты, блядь, на глазах у всех убил меня, нет? Да, но это как по дота было. Потому что я дота еще. Ты... Славянин. Блядь, уже больше пол... Чё это было? Правильно, нечего музон ставить. Не, ребят, давайте разойдёмся. А, она сверху заполняется. Ебать, я только заметил. Погоду по стенке. Ну-ка. Опа, Юлечка. Поднялось. Поднялось. Выжидает славянинов. А, в госпитале в шкафу, в морге в печь. Я что, блядь, дом? Ё-моё. Блядь, я взяла опять специально, подняла этот фонарик, нахуй, как будто это... Я в стане, я в стане, мама. Опа, Юля. Про фонарик сказала, а, да, она святая. А кто стан накладывает? Чё? Что это? Чё? Что это за резня безумная? Я просто бегал, пробел жмал. Ай! А кто меня застанет? А кто станет реально? От реальтарности клавиатура перестала работать. Это саботаж, да. Там есть невидимые уёбки, которые станет. О, нифига. Маг ушёл, передавал вам спасибо за игру. Маг ушёл? Серьёзно? Да. Го ластик. Так, давайте я два мафа тогда поставлю. Валюша, ты сколько зарезала? Ой, не знаю, троих, наверное. Ну, немного, я не успела. Блин, я ещё хуйню сделала, я как-то зарепортила, а в итоге магу убили. Он же тоже красный был. Так, нет? Ну чё, Ластецку давайте все постараемся. Да. Спасибо, Славянин, что убил меня, когда мне выпал второй ворон. Первый убил. Ворон был. Да, да. Я стояла, кашляла на тебя, а ты меня жахнул. Let's go. Ясно. О, ну, самая сладкая роль напоследок. Поехали. Так. Дина. Да, Лерончик. Hello, wake up. Погнали с тобой. Стоял, потусуемся. А я читала просто, что у меня за роль. Ты какая-то новая роль. Да, новая роль. Не скажу. Святые из Бундука. Значит, быть ты вора. А, стоп! Зарк сожрал! Зарк съел! Да? Что, Гвина? Да. Да вы рофлите! Убейте кто-нибудь Зарка, чтобы из него Гвин вывалился. Кто умеет убивать? Убейте Зарка, чтобы вывалился. Да что? Сука, бомбу я слышу! А где Зар? Было тиканье. Блядь, я чуть колокольчики нажал. Да, кто-то тикает. Ой, блядь. Блядь, у кого? А вот голубенькая у Леры, значит, что она святая или испорченная? Короче, мне пришлось это сделать, извини, там, по-моему, Лерон тикает бомбочка, но... Нам нужно убрать Зарка, который съел Гвина, который ходил за Хабулит, я думаю, где же Гвин? Постой, да. Он никого сам, не ел! Чё, кого я съел? Я пишу Сула! Нет, я пишу Сула! Мне оказалась ебучая бомба, она ребят! Испорченная, да? Ну поверьте мне, пожалуйста, дайте шагу! Дайте знак! А ребята, серьезно, можете за мной проследить, ребята, я никого не трогал, ну реально... Ребята! Ребята, у меня важная новость! Лера, испорченная девочка!
Ее стоит наказать. Да, ее нужно как следует. В следующем раунде голосом как следует отшлепать. А еще Сева передает Юль тебе чмок в лобик, а остальным привет пупсик. Блядь, читай. Ладно, не буду. Там у кого-то бомбочка, если что. Сева, ку. А по игре? Рафлан. Ну блин, ну а если Лера случайно наступила на порчу? Это тоже ведь считается? Угу. Ой. А что делать, если, блядь, у меня половина порчи? Что делать? Блин, а тебе нужно что задание делать? Выполнять, да, Шуль? Если ты выполняешь задание, то тебя сбрасывается. Что надо сделать? Выполнять задание. Тогда сбрасывается шкала порчи. А почему у меня она только что наполнилась? Что за хрень? Как отсюда выйти-то, блин? Чё? Чё? Что? А, пока глаз закрыт. Боже, спасибо, чат, я реально не могла понять, что не так. О. Что за страшный XDD? А, это я зарепортила. Юля, прости, пожалуйста, думала, это Джонни. Короче, вот как говорил. Я думал, это Джонни. Я убил флаг Джекея? Нет. Я тут. Я ничего не поняла, что произошло. Смотри, Юля была шерифом, первая была Лера, второй флаг Джекей, потому что нет, он сейвил Леру. Водка, нет, нет, водка. Доверьтесь мне, нет, я читаю нет, эту игру. Нет, водка, водка, вот реально, просто поверь разочек. Не буду я тебе верить. Смотри, подожди, 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 подожди. Я запуталась. Дин, ты где была? Я пыталась сделать задание, где нужно воровать, пока глаз закрывают. Нет, нет. Мне Джоня дал бомбу, я попросил нет, Юлю. Нет, 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 я Юлю попросил, я бомбу парком. Передал мне. Я кто думал, это Джонни, Джонни кто передал это? Обратно. Джонни, короче, крыса. Это Half-Bullet, либо ты. Но ну, это не я. Почему я? Ну ладно, я верю в тебя. Потому смотрите. Что Юечка подошла, зарепортила, водка все это время был со мной, тебя не было, все. А, блин, я... Короче, ребята, у меня после общения с Юечкой выросла порча, возможно, она каркуша. Каркуша? Каркуша! О, блядь, я... Каркуша! Извини, Джонни, но я... Блин, я пойду на колокол нажимать, в общем, где я? Хорошая. Я иду нажимать на колокол. Пойдем тихо в буллет, уберем на всякий случай. Сука, я такая испорченная. Почему я? Ну потому что Джонни говорила, мы в разноцвет можем убрать. Сколько ж нужно сделать заданий, чтобы понизить порчу? Оно вообще не уменьшается, чат. Кто это? Друзья, нажала на колокол. Давайте поразмыслим. Джонни просил... Джонни говорил, что либо я, либо Half-Bullet, Маф. Ну, свою роль я знаю. Если что, я инквизитор, можно сказать. Видимо, у нас не убирают. Я хуесос. Меня смущает, что от общения с Дашей у меня тогда выросла порча. Ладно, водка, а ты кто? Я канадский гусь. Я даже не знаю, что может быть это общение со мной, но у меня тоже порча почти на максималке. Я мститель. У меня то же самое. Короче, Хабуля, ты кто? Молчит всю игру. Мне но кажется, это мне водка. Интересно просто... Но, на самом Даша, деле, нет, на самом деле, я канадский, я канадский гусь. Нет, я канадский гусь, я не понимаю, почему... Слышь, нихуя себе ты придумала в конце игры, я всю игру говорил, что я канадский гусь, ты до конца... Нет, а я тебя... Нет, я тебе... Даю тебе... Включаю для тебя... Ладно, ну, работаю по завещанию Флэг Джекей, голосую в Хэвбуле с богом. Спасибо за АП. И ну, чисто, кажется, за эту... Я чисто за эту а секунду... Секунд не будет, АП. Хорош. Чисто за эту секунду на Ютубе уберут монетизацию. Комментаторы Ютуба, напишите, как вам песенка, которая стоила нам красного значочка. Что делать-то? Мы испорченные. У меня нет голосовалки, мне кажется, это ГГ, чат. Блин, заданий у нас еще куча. О боже, нет.
Это выглядит сложно. Чат, если что, после этой партии пойдем смотреть умнее всех. Проявлять свой интеллект. Это мыши с бородой, что? Бородатые мыши. Не, вообще не уменьшается порча, я не знаю, что с этим делать. Где все? Почему никто? О. Опа, это, видимо... Ага, труп Юечки рядом с колокольчиком. Да Шуля бежала нажать на колокол. Кто где? Рассказывайте. Алло. Я как раз-таки чё побежала за потерялся. Водкой, и мы ходили с водкой. Я в тильте. Боже, ребята. Ну, водка, я с собой была. А, подожди, водка. Забежала? Водка, в какой момент вы встретились с Хабулет? Давно уже. Один говорит, я не знаю, другая Настя, давно уже. Ты убила ее и бежала за мной, только честно. Нет, только я честно. Так не делал. Я скажи честно мне говорю. Правду в глаза. Водка, я ты тебе убила говорю, ее и бежала нет. за мной. В общем, нет, я нет. буду работать по это завещанию Настя. Флэг Джекея. Если это что, Настя. Все тумаки в его сторону. Пока, Настя. Извини, Джонни, извини, Юля, извините, ребят. Я хуесос. Давай, давай, давай. Давай, Джонни, надеюсь, ты оставил это хорошее хорошо. Завещание. Главное, выиграли под конец. Сюда. Главное, реально. Под конец. Я что потерялась, ничего не понимаю. Победа. Я прихожу, вот кого-то убивает. Это не это. Это хубурка. Это Валя всех мирных выкинул. Реально, водка просто всех. Так, ну чё, спасибо большое за игры, не ребята. Благодарить. Да, спасибо огромное за игру. Ворон Топчик. Ворон Топчик.